Уважаемые коллеги, для меня огромная честь пригласить вас в наш центр, самый крупный национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии нашей страны. В конце мая этого года, где в течение 3 дней мы с вами будем проводить первую всероссийскую конференцию «Неотложное состояние в акушерстве». На самом деле эта конференция будет сделана руками двух профессий. Это акушеров и анестезиологов, реаниматологов. Потому что мы будем разбирать 5 или 6 наиболее крупных причин, которые очень важны в акушерстве анестезиологии. Это кровопотери, это тромболегочная эмболия, любые состояния эмболии, это сепсис, это преэклампсия, тяжелая преэклампсия. И, конечно, это экстрагенитальные патологии, ну, наверное, может быть, с большим достаточно фокусированием на сердечно-сосудистой системе. Мы будем трепетно разбирать и базироваться на очень важных для нас состояниях, как неомис, когда мы были близки к потерям. Мы поднимем весь опыт, который существовал у нас и у вас. И это будет товарищеское, глубокое, профессиональное обсуждение крупных проблем, где нет никаких мелочей. Вы это знаете лучше меня. Дорогие друзья, время течет очень быстро. В конце мая мы ждем вас здесь, в Москве, солнечной, яркой, живущей этой весною. Мы будем обсуждать самые интересные вопросы акушерства и анестезиологии. Это наше развитие, это наша жизнь, это наше будущее.